Главная тема форума «Ладога-2015» – патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. В рамках программы участники обсудят вопросы укрепления роли русского языка и культуры, развития молодежного добровольческого движения, совершенствования системы патриотического воспитания. В течение всей этой недели на форуме «Ладога-2015» будут работать сразу несколько тематических площадок. Для ребят проведут тренинги, семинары, круглые столы с участием видных политических и общественных деятелей страны. Волонтеры и активисты смогут пообщаться с блогерами, журналистами, социологами, руководителями всероссийских поисковых и добровольческих движений. Сегодня церемония открытия. Ожидается, что участие в ней примут руководители регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. В гости к молодежи наведается и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Ребята смогут задать главе Заполярья свои вопросы, обозначить проблемы, попросить о содействии в решении той или иной значимой инициативы. В работе форума принимают участие четверо кандалакшан. Это две Юлии, Сикан и Смирнова, Регина Бревнова и Денис Железнов. О своих впечатлениях ребята делятся ежедневно в видеоблоге, который организован в одной из социальных сетей. Туда ребята ежедневно выкладывают свои видеоотчеты о времени, проведенном на молодежном образовательном форуме.